Взять кредит всего под 2,5% – такая возможность есть у предпринимателей региона. Льготное кредитование для молодых бизнесменов стартовало с начала этого года. Максимальная сумма займа – 5 миллионов тенге. Для отбора бизнес-проектов создана специальная конкурсная комиссия. На кредитование предусмотрено 900 миллионов. Порядка 180 бизнес-идей смогут прокредитовать на выгодных для предпринимателей условиях. Подробности. Чингис Айтпаев занимается сервисным ремонтом оргтехники не первый год. Совсем недавно предприниматель решил расширить свой бизнес. Для этого мужчина оформил микрокредит по выгодным условиям под 2,5% годовых. Такую материальную поддержку оказывает государство. Благодаря программе бизнесмен взял в аренду соседнее помещение и планирует там реализовывать товар. Мы расширили арендную площадь и сюда перенесли, хотим перенести в данный момент торговую зону, а где мы до этого с вами были, эту торговую зону мы уберем и сделаем чисто там только для сервиса. А здесь у нас будет как бы такая небольшая торговая зона. Планов у нас на будущее много, надеюсь, что все они у нас исполнятся. А в данный момент у нас происходит процесс переноса сюда торгового оборудования и товаров, которые у нас есть и которые мы заказали. Раньше коллектив ютился на небольшой территории. Теперь места и для ремонта, и для продажи оргтехники хватает. К владельцам техсервиса обращаются немало горожан. К примеру, починить телефон, ноутбук, электросамокат или телевизор. На достигнутом Чингис Айтпаев не останавливается. Сегодня он осваивает новое для себя направление. То, что мы сейчас оказываем небольшой, только, можно сказать, неплохой спектр услуг, мы это начинали с самого малого количества. То есть мы каждый раз добавляем. Когда вот я обратился по программе кредитования, я в том числе просил то, что нам нужно было помещение и оборудование для производства ремонта телевизоров. То есть они сами себе объемные же, они сами себе. И как бы мы в этом направлении начали двигаться. И сейчас вот точно мы занимаемся сервисным обслуживанием продажи кассовых аппаратов, но, к примеру, людям сейчас необходимо уже как автоматизация торговли, то есть даже небольшой какой-то магазинчик, который открылся, хочет уже, чтобы у него был сканер, штрих-коды, принтер чеков, то-то все. И вот мы вот договорились с одним учебным центром, для того, чтобы он нас обучил этому. И мы, то есть сказать, в эпоху времени хотим из железных кассовых аппаратов переключиться на вот так называемую автоматизацию торговли. Всего в регионе в этом году на кредитование предпринимателей выделено 900 миллионов тенге. Кредиты получат больше 180 человек. На эти средства молодые бизнесмены могут расширить собственное дело. По словам специалистов, пока принято 82 заявки на 370 миллионов тенге. Всего конкурсная комиссия провела 6 заседаний. Обязательно наличие залогового обеспечения. И основное условие – это срок регистрации в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя должен быть не более 5 лет. Основные направления вот, кредитования на сегодняшний день – это животноводство, где-то 60%, сфера услуг, торговля. В состав комиссии, что рассматривает заявки по микрокредитованию, включены представители местных исполнительных органов, палаты предпринимателей, бизнеса и общественных объединений. Айдана Папанина, Родион Бабич, телеканал «Кустанай».